Друзья, всем привет, всем подписчикам, гостям канала. С вами я, Дима, и канал Удельц Аквариум. Давненько не делал никаких видео, так как работа и иные семейные обстоятельства не давали этого сделать. Вот сейчас нашел свободную минутку и решил сделать для вас видео. Видео, как всегда, будет всеобщее, общепоглощающее обо всем. Вот, значит, по аквариуму, который за моей спиной. Как вы видите, тут все отлично. Все плавают, живут, все жители чувствуют себя хорошо. Сейчас я им подкину корма. Мелких я уже кормил, стайку. Я им давал замороженного циклопа. А вот самым донным рыбкам и креветкам сейчас кину гранулы, которые потонут покрупнее, они их подберут, там разберутся с ними. Вот. Значит, по этому аквариуму. Параметры воды я так и не успел замерить. Некогда было. Вот, нужно будет проверить, какие тут же pH, GH и так далее. Вот, ну, я думаю, без изменений, потому как, ну, вода с крана, сейчас она так более-менее стабильно грязная, скажем так, бежит с крана. По крайней мере, у нас в городе. Вот, все, я мечтаю о системе обратного осмоса. Возможно, когда-то я и обзаведусь ей. Так. По коридоросам. Все коридоросы на месте, ну, конечно, за исключением вот коридороса Gold, который был совсем кривой, его я не вижу. Скорее всего, к сожалению, его уже нет. Вот. Ну, приболел он, и он и был больной, попал ко мне таким. Вот. По растениям. Растения растут отлично, без всяких обрастаний. Фу-фу-фу. Все нормально. Вот, разрастаются. Свет я немножко сейчас сдвинул назад, все две лампы, чтобы не светило прям в объектив, в камеру телефона. Потому что когда ближе пододвигаю, слепит прям. Ну, в отражении вы, кстати, можете заметить мой штатив. Это все та же стремянка. Я никак себе треногу не приобрету. Вот. По мху. Мох вот таким куском сейчас плавает на поверхности. Частично он там прирос, но основная масса нет. Я сейчас не могу доехать до строительного супермаркета, до Ашана, чтобы там сеточку какую-то найти. Хочу сделать все-таки вот по совету старших товарищей, сделать сетку и подвесить ее за заднюю стенку, чтобы можно было доставать, обслуживать, стричь и так далее. Вот. Но я это сделаю обязательно. Вот, на мхе уже благополучно разросся такой пучок речи, вот. И из-за того, что этот мох прям высоко к воде, прям вот он уже там креветки лазят, я недавно обнаружил на полу оманку одну. Меня предупреждали о том, что они вылазят, но никогда мне такого не было. И, честно говоря, я подумал, что какая-то скалопендра ползет. Это оказалась оманка. И она отползла от аквариума в сторону ванной комнаты. Ну, 4 метра она проползла. Не знаю, сколько она ползала тут вокруг, потому что она уже была такая подсохшая. Но я ее закинул обратно в аквариум, и все нормально. Ну вот. Кусты бальбитиса, опять же, по совету, по вашему совету, я разместил в правом углу, красиво, и бальбитису там хорошо, он растет. Вроде не пропадает, но не знаю, есть там парочку таких отростков, вот они коричневеют. Скорее всего, что отомрут. И скорее всего, что продавец не очень честно мне ответил. Я у него спрашивал, подмороженные кусты или нет? Ну, он сказал, конечно же, нет. Вот. Ну, ладно, посмотрим. Основная масса есть, и я так думаю, что прорастет. Вот. Главное, что не весь загнулся, как Анубис Габон. По креветкам. Оманки себя тут чувствуют нормально, все отлично. Все на месте, я пытался их посчитать. 19 штук я насчитал, вместе с теми, что я там отсаживаю в нижний аквариум. Кстати, вот одна уже с икрой, ее нужно забрать и опять туда же в отсадник.
Я их сразу, если вижу, сокрою, я их в отсадник. Вот. Синие креветки, Blue Dream, вижу реально 2-3 штучки. Не знаю. Из 15, может быть, выжили только 3, остальные прячутся. А может быть, только 3 и есть. Даже не знаю. В следующий раз, как я буду покупать каких-то цветных креветок, скорее всего, для них будет отдельный аквариум. Я сделаю обязательно про это видео. Ну, вот. По остальным растениям, ну, все нормально, все растет. Все растет, все разрастается. Криптокарина невеля, она вот там на заднем плане, просто воткнута в этот кварцевый песок. И то она растет, и там уже даже листик пускает новый. То есть нормально, ей нравится. Вот. Монте-Карло, да, тоже нормально, не зарастает там ничем, не темнеет, не отмирает. Спускается вниз так красиво, эта полочка подзаросла, мне тоже нравится. Вот. По сомикам я все сказал, одна мини-панда, тут малек от панд, уже начал даже выплывать. Вот. Ему тут тоже нормально, все отлично. Новые жители у меня тут появились. Меня мой подписчик попросил приобрести ему улиток неретин у нас в городе. Вот. Я пошел на рынок и решил и себе купить. В общем, по 30 гривен затарился неретинами, и для него я покупал еще улитки билайны. Вот себе я потом тоже вернулся на следующий день, но из билайнов осталось 2 неполосатых, но я их забрал. В общем, по моим неретинам я сейчас возьму телефон, попытаюсь вам показать. Итак, наверное, на мое лицо вы насмотрелись. И, в принципе, давайте посмотрим на аквариум. Вот этот мох, который сейчас плавает. Вот ричия, которая разрослась, видите, таким пучком. Так, и где же тут наши... Так, вот нас тут порадовала даже Blue Dream. Вон она одна. Ну ничего себе. Отлично, хоть посмотрим на синий цвет в этом аквариуме. Так, 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 так. А вот смотрите. Вот из семейства неретин. Это Beeline, которую я себе на следующий день покупал. Она не полосатая. Ну, продавец говорит, что это тоже они. Ну и ладно, я ему поверил. Так, и вторая где-то еще есть, не знаю где. А, вот она. Что-то она как-то вверх лапками лежит, ну, надеюсь, она живая. Так, неретина, смотрите, на заднем плане, вот. Такая в точечку. Эта порода называется All-Round, как-то он мне сказал. All-Round. Вот она такая в точку. Сейчас попытаюсь приблизить, вот. Сейчас приближаю телефоном. Вот, видите, есть у меня такая полосатенькая неретинка, вот она. Вот по ней манка там лазит. Где-то еще одна должна быть, а где? Где-то они прячутся все. А вот одна, смотрите, еще одна, которая в точечку, она вот тут зарылась. Сейчас попробую включить свет, может быть, будет видно. Вот она. И вот еще одна, они попрятались. В общем, все на месте живы, отлично. Вот так вот. Значит, по новым жителям, вот такие новые жители. Таких же улиток я отправил в Львовскую область. Ехали они 2 дня. Я делал там супер термоконтейнер, как мог, из пенопласта и утеплителя. Но 2 улитки погибли. Но, скорее всего, погибли они по моей вине. Потому как я поместил их в литровые бутылочки. В литрушку я набрал всего половину воды. И, наверное, им не хватило воздуха. Я так думаю. И из 13 штук, получается, 2 не доехало. Одна Beeline и одна неретина полосатая.
Очень жаль, конечно. Я надеялся, что вообще 100% будет доедет. Ну, как-то так получилось. Вот, смотрите, Аманки в своем репертуаре схватила кусочек корма и все, она никому его уже не отдаст. Она будет его сидеть кушать. По фильтраторам. Вон там эти ребята лазят. Вот один вниз головой висит, второй где-то там же. Ну, все нормально, живут, пока признаков там какой-то икры и всего остального у них нет, не знаю, пара это или нет, тоже мне неизвестно. Буцефаландры вот опять цветут. Какая это буцефаландра, даже не знаю. Надо смотреть, какая это может быть брауни, может, не знаю. Номерки там, я не вижу сейчас номерок. Можно было в списке глянуть. Вот, мох тоже себя тут хорошо чувствует. Вот там вот, где маленькая мелколистная такая буцефаландра, там я периодически убираю мох, который приехал с ней. И иногда попадается такая тусклая-тусклая речия темно-зеленого цвета. Не знаю, почему она там такая. И иногда даже вот эту вот кладофору оттуда забираю. Ну, она так очагами, я ее забрал, и все, больше не появляется. Вот, она меня не беспокоит. И скажите, кто знает, вообще, кто досмотрит это видео, уже 11 минут тут вам рассказываю. Вот Анубиас, вот такой вот, на длинной палочке, и такие листики неровные. Что это за порода Анубиаса? У кого, ребята, есть Анубиасы, кто ими занимается, пожалуйста, подскажите. Вот он четко в центре кадра. Так, ну что тут у нас? Снова Blue Dream. Ага, она уже уплыла от нас. Нет, вот вылазит. В общем, корм отдал, тут такой движняк сразу начался, все плавают. Самый интересный момент, вот, когда кормишь, они все выползают. Выползают даже те, кого я никогда не видел. Такие, как вот малек панды. Кстати, сегодня он почему-то к нам не выплыл. Почему, не знаю. Вот. Завтра у нас... Что у нас завтра? Завтра суббота. В воскресенье у меня обычно будет плановая подмена. Вот, поменяем воду. Ну и все, опять будет заново неделя проходить до подмены. Напомнюсь, подмену воды я делаю по воскресеньям. Воду подмениваю водопроводную без осмоса. И удобрения начал вносить раз в неделю. Недельную дозу вношу после подмен. Вот, и вот, в общем, так. Альгицид добавляю каждый день. По 3 клика, если не забыл. Вот честно скажу, вчера забыл и сегодня забыл. Но это не проблема. Допустим, насчет сегодня вообще не проблема. Я его достаю вот с тумбочки и делаю вот так. Сейчас надо только открыть эту баночку. Раз, два, три, все. 1,3 миллилитра, один клик на этот объем воды как раз этого альгицида будет достаточно. Все, все довольны, никого это не затрагивает, все растет. Освещение все тоже у меня. Все тот же пока колхоз, и пока не намечается ничего нового. Единственное, я хочу поверху, наверное, сделать, может, какой-то каркас и, может быть, сетку антимоскитную натянуть, чтобы ни рыбы не выпрыгивали, ни оманки не вылазили. Но чуть позже я этим займусь. Уже даже знаю, с чего я это сделаю. Пластиковый уголок есть тонкий, декоративный. Ну, а сетку можно наклеить. Сделаю рамочку, да и все. Вот так вот. В общем-то, ребята, на сегодня это все. Показал вам, рассказал. Вот такое состояние аквариума. Особых изменений нет. Новые жители вам показал, какие есть. Пока новых жителей не предвидятся. Но это пока. Будут еще. Как только они будут, я вам сразу сделаю видео. Интересное. Вот. На сегодняшний день по 200-ке это все. Если будут вопросы, ваши пожелания, советы, оставляйте в комментариях.
Мне очень приятно, когда вы пишете комментарии, я их все читаю и всегда стараюсь ответить на все комментарии. Поэтому жду от вас обратной связи, ставьте ваши пальцы вверх и пока-пока.